Участковые избирательные комиссии, комплекс обработки бюллетеней и устройство этой системы. Многие ребята уже знакомы с этими понятиями. Иван интересуется политикой и принимает активное участие в общественной деятельности своего города. Сегодня он приехал на региональную образовательную программу для молодых наблюдателей «Подмосковье – это мы», чтобы прокачать свои знания. А подобные мероприятия они рассказывают подробно о политике в целом, о выборах, дают новые горизонты людям, которые могут этим заинтересоваться, потому что это действительно интересно. А началось все 21 июля в Красногорске. И теперь такие встречи с молодежью проводят по всей Московской области. В Одинцове молодежный форум поддержали местные активисты партии «Единой России» и «Молодой гвардии». Стоит отметить, что в каждом городе площадки уникальные. В парке мы проводим впервые. И сегодня в Одинцово получилась очень красивая площадка. Погода нам тоже благоволит. Мы проводили уже на территории усадеб, проводили в дворцах спорта, проводили в лофтах. Всегда стараемся удивлять молодежь, делать это современно, креативно. Из новшеств в этом году – дистанционное электронное голосование. В выборах можно участвовать с любого электронного устройства. Насчет безопасности волноваться не стоит. Здесь учтена сохранность голосов и анонимность. Это ребята, которые хотят участвовать в политической повестке, хотят своими глазами видеть, как формируется народное мнение, и непосредственно в этом участвовать для, скажем так, чистоты кампании. Это очень важно, поэтому спасибо молодежи за небезразличие. Второй блок встречи посвятили достижениям Подмосковья в разных сферах. Ребята рассказали о своих идеях и планах на будущее. Я 10 лет в команде Подмосковья, и на моих глазах произошло очень много событий. И это все факты, это все не размышления и не проекты, а это свершившиеся дела. Наша задача – привлечь как можно больше молодежи в наше учреждение. Это парки, это ДК, это молодые команды, и мы видим от этого результат. Поэтому это общение, конечно, очень важно, и важно этот диалог поддерживать для того, чтобы молодежь наша стремилась работать в наших учреждениях. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».